Там. 8, до хера. Чего до хера? Ну, прошли уже почти 3/4 игры. Запустил. Сейчас, секунду. А я пока пивасик открою. Ах ты, где мил. Прикинь, я еще его в среду купил и ну только чё? Сейчас. Давай. Раз, два, три. Кто-то проебался. Нажал. Ты что? Ну давай, на Сашке проверим, как ты включился. Не, я нажал, у меня что-то. Подожди. Ты походу нихуя ничего не нажал. Надо Джой проверить. Блять. Заебал ты, блин. Выйди, зайди, я понял, в чем кайса. Заебись ты. Жди. Да жду, у меня там чё, я не спешу, я и так пиво и не открыл. Говняк! Ну, в среду, а только сейчас до него дошло. Чё-то не бухалось мне. И чё там, кто-то уже... Ты представь, вчера пятница вечер, а я пил лимонад. А я вино вчера херачил. Не, вино-то у меня тоже есть, просто я... Блять, вино, пошел... я никогда вино, сука, не пью, ёбаный. Не, мне с моря привезли. Я на заправке вчера, ну как магазины закрыты, заправка еще работает. Я... Сейчас, у меня еще все грузится. Да, у меня тут грузится. Ну как, я уже вижу, что карта появилась. Нихуя, мне что-то вообще все зависло, блядь. Мне вообще игра наебнулась. А, не, во. Я есть. Не, ну, я, меня-то нет. Тебя нет. Потому что ты мудила. А, ну, у меня... Вот, я, кстати, прыгаю. Заебись. Начинаем сначала. Выйти из меню вообще. Ну да, я уж вышел в меню. Не спеши. Ты, у тебя работает, ну, то есть... Нормально клацать, то я первым нажму. Я вообще вышел. Не, я понял, когда сейчас опять будем подключаться. Ну, я готов к подключению. Вижу. 1, 2, 3. Ну, сейчас. Fire, 4. 3. А, я и был первым. Ну, какая разница? Не, только я имею в виду все такие. Сейчас отстойный уровень. Да. Бля, не знаю, я на харде вообще быстро прошел. Да у тебя уже опыт. Да уж прямо опыт, блядь. Блин, когда какой-то. Ну, теперь я буду ждать от тебя прохождения в No Dead. Ну, меня... Отстань, нахуй. Мне даже заняться этим не хочется, блядь. Ебанулся, там только... Я представляю эту игру, ну да, проходить, это жесть. Там только с сатаноид, блядь, заебёшься проиграть. Там сдохнуть, блядь, их нехуй делать. Надо протестить, может, там как-то сохраняется хоть между уровнями. Тогда ну, вот можно этими между цифрами, то может и сохраняется, а так-то хуй. Ну, если хоть между цифрами, тогда хоть можно пытаться. Блин. Кстати, знаешь, что дает вот этот шприц универсального солдата, я сегодня поискал? То есть можно оживить напарника, вот если я к твоему трупу подойду и... Блин, а здесь вообще чекпоинты есть? Есть. Тебе идти надо вперед, они бесконечные будут. Как тебе повезло, а? Вот и чекпоинт. Иди, давай. Иди на чекпоинт, заебал. Вау! А меня раздавило. Давай.
Не, ну вот понимаешь, у этой Рипли очень слабая пушка. Вот, ну именно обычная. Так долго вот это все эти стены крошить. Ты уже, получается, всех чуваков открыл. Ну да, я его игру собираю. Там это... Я хотел из Леона киллера посмотреть. Чё? Леон же Леон? Ну, вроде как из Леона киллера это здесь. Прям там. Чё, чекпоинт будет? Нет, это всё уже. Такое уже всё, пиздец. А, вот. Да, этот короткий. Ну, короткий, но ебать, какой он сложный. Тут сейчас огнемётом надо этого убить. Вот. Вау! Да где я? Это чё было-то хоть? Как так случилось? А там получилось в тот момент, когда камера переключалась, ты где-то упал на какое-то дерьмо. Заебись, блядь. Меня наебали. Титана нету. Заходите нахуй завтра. Это тебя нет. Это тебя нету, блядь. Херовая сетевая оптимизация, на самом деле. Вот, вот, заплатил 150 рублей, еще и хуевая компенсация. Ну так, это дерганая. Ой-ой-ой, сука! Кого-то разъебашило. Ну, ради праздника. Чё у вас за праздник-то? Лидеруна. Кого? Лидеруна. Ну, драники по-вашему. Ну, у нас типа фестивали тут с украинским. Французы вон ко мне в дом приехали с печатным праздником. Так продалбливаться. Да ебать. Стрим проверю пока. Да шоп, мать твою. Все как-то неудачно разъебал я. О, тебя там еще спасти можно. Меня спасти можно? А, да. Откуда это? Блять. Ну когда один играешь, то нет. Стрим идет, нормально. Да что такое это сегодня, а? Да сука! Ой, блядь. Мама родная, меня херачили. Нет, я так понял, вот это плюс один появляется через какое-то время. А, мне он впереди. А-а-а! Бля. Да захуяли. Откуда ты, сука, из воздуха? Блин, может прорываться? Ты живой? Там говоришь, что не было. Вдвоем ты шустрее. Пока не надо камушек сбросить на их. Ебать. Попробуй залезть. Да вот, сейчас. Да что такое-то сегодня, а? Надо было быстро спрыгнуть и сразу дабл из огнемета. Очень там неплохо захуялись. Нихуя ты псих. Похуй, похуй, блядь. Иди, давай, да походи. А, блин, сюда. Сука!
Вклад говно. Ну чё за срань? Нормально, срань, чё то. Ох, блядь. Вернись назад, а. Так... А, о, бери. А, сука, блин! И откуда-то лезут, хер пойми. Так они не заканчиваются. Да надо так, как я делаю. Отважно идти в бой. Графика там. Я живой! Босс сбросил в попы. Ну иди сюда, сука. Не, ну вообще, ну какая слабенькая. А как ты теперь ходить? А я сам не знаю. Я вообще никуда не знаю. Как-то сейчас буду... Да блять, да что такое? Через потолок идет. И ищет легких путей. И все. И все. Ну, вау. Вот прыгни. Ну, блять. Да хуй его знает. Хуй там, ебать! Так все это. Это все, походу, пиздец. Я главное выжил, сука! Все-таки это чужой перед сразу. Да умираю уже, хуй. Время зря тратить. Блять. Да так круто было! Да, мне тут не нравится. На пролом, чувак, на пролом! А я уже нету. Я спасу. Надо турбокапку построить на тебе. Ну, кстати, с турбокапкой это неплохо. У тебя, помню, у нас сама по себе эта турбокапка включила. Ебать, ты там. Блин! Ау! Прям на него упал. Блять, я не вышел. Там уже просто такая каша. Не, я, кстати, наиграл я так более-менее аккуратно. Да блять. Так, где тут тебя взять? Нигде. Да блин, ну вот прям из воздуха. Да, это тэшка, наверное, самая трудная. Она и последняя. Ты задолбал тэшку там. Ты сам-то, блядь, молчал бы лучше. Сука, я сын, блядь, эй, ну вот ты хера ты так сделал? Да нахер тебе эти камни? Ну, я... Ну, его я убил. Не убил, сука. Ладно. Надо его убить, иначе камера, наверное, не... Ой. Блядь, да, ну ты... что? Ну, я ж думал, сейчас проскочу! Да тебя там еще чуть-чуть не сидел. Да не говори, блядь. Да, сука! Заебал, да ты? Да, блин, конечно! Это бутон мэшинг жесткий. Вообще ничего не понимаю. Дочь, я чё понимаю, что...
Блин, ну взорвалось, почему? Ааа! Я сейчас твой камушек затроллил бы. Давай. Мне этот уровень не нравится. Ты думаешь, только я от него тащусь? Да, блядь. Ура! Ты чтоб видел, как у меня это пролетает, за что ты меня типа мимо вертолета пролетел. Ну, то есть, вертолет остался на чисто, а ты не летел. Теперь Африку будем спасать. От чужих. Зачем их спасать? Действительно. А вот я думаю, да хуя бы Украину спасали, а? Не, Украину надо, а остальное... Нахуй Украину! Расхуячить все к херам. Мы сепаратистов убили. Порошенко ёбнули. Он сидел в этом роботе. Это слишком такая мечта влажная многих. Сейчас, прикинь, нас прослушают такие, сейчас обоих Китая меня нахуй. Гражданин, пройдемте. Да, да. Мы сейчас такую ведь пройдем. Я буду только кулаками. Так, стоп. Меняем этаж. Нет, там лифт внизу, там надо лифтчик. Ну, наша, ну, давай так. Все, дошел. Давай так. Раннерская. Вот, вот так и уровни надо проходить, ну, знаешь. Тут он мне по морду дал. Чёрт. Только сатане в щи прописал. Кто кому прописал щи? Ты сатане в щи прописал. Ну и правильно, ёпта. Я вообще люблю, когда эти чуваки не прорываются. Вот это у него как... Нахуй! Ой! Эль! Там почти ничего не только... Меня загрызли. Фигат! Ну теперь все надежда на тебя. Как мне слезть? Не знаю, как-нибудь. Я, у меня стелс тактика. Не, я туда не пойду. Блять, меня опять убили. Я в этой кислоте умру, да? Не знаю. Не проверяй.
сука! А, там, убираю. Да сядь ты, ёпта. Ай, я забыл. Присядь, кто он будет вперед страдать. Я просто... Ну сейчас сдохнешь. Я сейчас сдохнешь. Блин, перед самым вверх. Да хули, блядь, мозги проебал, блядь. Делать не стало. Ты собрал. Вот еще это новая тёлка. Да, там первый. Блять. Эй, ну как так-то, а? Да вот так. Ты задолбал, я ни одной жизни не взял. Ура. Мне с чуваков надо открывать. Открывай. Скрыть не нужны как. Кстати, вот эта ручка мощная. Блять, неудачно получился. Ну, кстати, тоже до хера будет лучше, беги. Как скажешь. Меня тоже. Ну и я его убил. Ура! Пошел вон. А еще одного чувака. Мне что-то откроют. Будет круто. Что-то нет хуё, вот этой заставки только на Рэмбо, я что-то так и не видал. Какой заставки, типа? Ну вот, когда типа чувака открываешь. Все заставки. Заебись, блядь. Я не вроде у всех же есть заставки. Нет, вот у Рэмбо ты как раз начинаешь с Рэмбо, типа, её не показывают. А, у него нет уже. Ну, это хуёво. Ну, у него концовка так. Блин, ну вот этот вот дробовик, конечно. Просто бомба. Теперь у меня работает. Я
Блять, это ебаная дача, конечно, что прорахал. Аааа! Ай, блин! Блять. Опять я сдох. Я сейчас. Так я сдох. Плохо раздолбать. Короче, у меня... Вот зелен, теперь ты что-то за него играешь. Короче, такая хрень. В общем... Нет, пиратов такого не было. Здесь есть. Чего? Получается, я не могу на одну... Я не могу на одну из кнопок подвязать... себе команд, потому что эта кнопка работает как выход. Ну, так кнопка определяет джойстик, эта кнопка как назад. То есть я не могу. Ну, только нажимаю треугольник, мне сразу, ну, вместо того, чтобы поставить эту кнопку, меня в меню выкидывает. Слушай, а Double Dragon New она сейчас нету в Steam? Есть. О, есть! Давай, ну, да, блядь. Ну а? Там, чтобы его проходить, надо фармить. И ты, чтобы и я, и ты его прошли каждый... В одиночку, ну, на всех трех сложностях. Я заебусь. Уж лучше пофармиться вдвоем. А вдвоем херово фарм. Вдвоем делится на двоих. Ты заебешься фарм. Ты умер, что ли? Фармить не то, что... Да что? Тебе нужно... Ну как, тебе нужно пройти игру на нормале, на драгоне, на дабл драгоне. Да блять, а просто вдвоем поиграть. На ИС? А? Не понял. Лёгкой! Ну, надо посмотреть. Да просто, блядь, на её вдвоём даже мы поиграли полчаса, и то было охуенно. Ну, я её проходил с корешем, который вообще в игры играть. Бля. Под низ, прямо под низ, под него залазай, не успел. А, вот туда прям. Да, это... да, туда залазаешь, он ничего сделать не может. Ну туда надо умудриться залезть. Такой свой спот я нашел. Блин! Это что за мать? Блять, мне сегодня не видно. Мочи кого? Не откидывает. Ну, а, да. Он этими лапами откидывается. Ну зато ты его обмудохал. Иди ты чекпоинты. И ты будешь чуваком. А, сейчас эта хуйня будет. Ёптую мать, сейчас босс уже. Что это свежее дыхание? Блять. Какие какие гранаты? Да блять, как видишь, никак. Не присядь, не бросает гранат. Блять. А ты хватит? Не, я думал, что даже если ты под себя кинул. А, это гранат, пусть вылез, бесполезно. Ну, сам себе. Блин! Ну как он меня за... Сука! Я вообще так стоялся и расслабился. Да, заебись мне, конечно, чувак, достался. Ну, пусть себя вот так вот ебашит. Блять, заебись! Ну вот я сегодня его уже утром отхуячил без всяких проблем. Не, просто я имею в виду по поводу того же Double Dragon. Можно без
принципе, без проблем, просто я же говорю, надо это... Ну, мы можем надо несколько раз скидки, его поиграть. Надо скидки вылавливать. Поглядывать. Чё? Чё дышь? А то надо скидки просто поглядывать, поглядывать и скидки. Ну, а чё он, дорогой такой? Ой, это я сдох. Ой! Ой! Ладно, твои. Блин, ну я успел хотя бы ему гранату упасть за сильно помню. Блять! Кстати, на этом камешке, который упал, удобно стоять было. Да, только он оказался плодом мной. Бля, мне рип. Как это так сразу? Ты еще даже мы не начали, а уже босс. Блин, ну чё мне турит, который подкопнет, куда он здесь? Блять, ну так нечестно же, а! На нахуй, на самом деле. А! Да ну, надо какой-то чувак нормальный. Даже не знаю какой. Какой-то Конан. Да нахуй Конан. А кто ты? Я и был. Ну вот. У меня Рейден есть. Ну, Рей. О, о, длинная пушка. Ты не доебись, ты хоть убей всю эту хуйню. Че по ней пробегаю? Да я понимаю, что ты пробегаешь, а потом она тебе пизды дает, да и все. А лучше вообще отходить постоянно. Вот он нарычался, отошел. Блять, мне все он херачил. Я в домике. Почти меня. Да как вот тут не до тебя видишь? Ну, эти можно убить. Медленно, наверное. Правда, сейчас пятится очень назад. Ну да, он сейчас назад поедет. Сейчас я тебя спасу. Я столько это. Давай. Ой! Не спасу! Я ж тебе говорил, спаси меня, чтобы была запаска. Ну извиняй! Так получилось. Жадно. Успел. Успел Ивану себе пробраться. Ребят, у нас тут Ивана нанкирова. Не знаю, попробуй. Здесь под низ залезть. Ну, его дамаж. А, ну тогда ебать. Супером нельзя. Землю проломать. А, тут железная пыль. Блять, какого хуя меня понесло непонятно куда. Я лучше съебусь. Ёпты. Съебаться-то нам никто не мешает. Да я это возьму, чувака. Ты не дохерали, а? А у меня... А, блядь. Ну я под зато, если я не сдох, то я смогу друг подорвать что-то. О, тоже дамаж высокий. Заебись. Куда пополз? Иди сюда, гнида. О! Всё. Нахуй. Это отсылка к контре, стопудняк.
Alien Heart. Все, расхерачили. Весь так. Мир в трубку. Заебись, кстати, видишь его, как им пиздато намочиться. Так у меня нету его еще. А у меня-то есть? USA. Гавайи. Блять, сука, я загорелся, хочу там Ultragon Neon, блять. На двоих. Одному там ни, нихуя не прикалывает. Не знаю, мне на одного понравилось. Нет, ну нормально, ну, блять, вдвоем, ну знаешь, гораздо проще играть, даже прокачаться можно гораздо. Ну, если с Friendly Fire. Ну нахуй тебе Friendly Fire, ты такой так-то сначала поиграй. Ну, я на PS3 трофей-то был пройти на твоих на максимум. Молодец. Ты умер, что ли? Да. Этот трофей мне нерв. Скорее попил крови много. Вопрос на хуя. Хуя ты, блядь. О-о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 -
Пустите меня! Да сука! Вот это говно как взять, только надо им этим стаканом попасть, чтобы туда вот. Это реактивный ранец. Кстати, у этого пистолет капец мощный тоже. Зато бесполезный. Да блять. Вот главное, ты видал, меня сожрали, а вы, кстати, почему-то не сожрали. Да выёбывался. Ага. Блять. Упал. Все на тебе сейчас зависит. Тут осталось только сатану убить бесполезного. Блять, его там. О, блять! Да, это очень прикольно, когда кто-то на вертолете успевает. Особенно, когда кто-то пигнал. А, я пигнал! Кстати, все равно на вертолет не попал. Не говори. Ой. Где кто чего? Блять! Так жестоко с его стороны. Ой. Я закручивал. Всех выезжу один останусь. Ай-яй-яй-яй. Могли бы Рэмбо добавить вместо гранат стрелы. Ай, ёпти, я сдох. Ой, это я зря. Это как тебя так не зарезало-то? Теперь урезало. Зато потом зарезало. Да тут бывает, вот такие баги какие-то проскакивают, походу игра сама по себе не справляется. Да, игра походу такая. Бюджет у нее на пятки прочее. Прикольно. Блин. Хорошо, что у меня чувак еще лишний. Ну да. Одного распилило. Опять распилило.
Гея, Гея, у меня камера спит. Да блять, а что такое? Я не понял вообще. Да что камера заглючила? Да вообще, я вообще не понял. Я появился, главное, к этому нихуя. Тихо, сейчас он их там вот так принесет. Я сдох. Бурил, бурил и курил. Ой, лифт. Да. Ни разу еще пока шприцом этого универсального солдата не пришлось воспользоваться. Нет, ты знаешь, что я еще подумал? Если No Dead читается, ты типа, понял, ну вот именно. Блин, как... почему тебя-то перепилил, а меня нет? Да тебя второй раз не перепилил, ты там что читеришь? Это у тебя просто, ну, как бы... Ну, это лаг такой, я... Ну, я там далеко. Эй, я опять умер. Пиздец. Блин, а эта машинка ничего. А где ты там, Миш? Внизу где-то. Вот, а, блин. Не, была пустая клетка просто, да. Ёп. Вот меня хер спасает. Понял, я нашел новый пустец, блядь. Да, да, да. Спаси меня, задолбал. Да бы знать бы еще как. А где эта хуйня? Крылья нет. Блин, хера она махает. Чё, побоимся, кто кого? Ой, следующий, кто там откроется? Уильям, Уильям Уоллес этот, или Волос, или как там? Уоллес. Разница. О, этот уровень дерьмовый. После 5. Это хуйня. Ага. Как в радиусе там эти. Да ебать, я нихуя не понимаю, что тут происходит! Меня сожрали. Я бы что-то стоял зажирать. Я ж тебя спас. Да ебать! Ой, мама! Я не хочу идти сегодня в школу! Иди, доходи уже до конца уровня. Да ты дурак, как ты сдох-то? Ты зацепила меня.
Блядь, я ты псих! Отдача. Так, опять. Я так, что было 3 жизни уже, блин, нихера нет. Да ты мудак! Ты прыгнула! Прыгнула у тебя, блядь! Жалко его взять сейчас. Хера, я там еле спасся. Ну да. Да блядь! Ну срань убить нельзя же, да? Нет. А, да блядь! Ой, вот постоянно так вот! Вот эту машинку. Ну спасите меня там уже, мать вашу! Это да я не люблю. Тут ты мутит. Чего меня взрывом откинул? Ну давай. Беги, блин. Блять. Там много. Надо бежать вперед. Да да, ёп. Это не я. У меня же еще один пацан. Вот так же я. Не, на пролом не всегда работает. Это точно. Ой. На, подпалю шкурочку-то. Так. Ты красавчик, блин. Я-то чего? Я этим своим выстрелом. Я стоял, где никого не трогают. Пад, я улетел. Ой, я че. Спасай. Сатане не повезло. Пока. Или ты зацепился? Да. Блять, это вообще жестокий уровень. Сейчас этот босс будет. Ну не сейчас, вроде, вот чё-то через уровень. Ну чё за горец, блять? Блин, лагает, ну как? Нига лагает, а связь сдеваем. Ну а чё ты хотел? Украина. Я представляю на 4. В Украину. Ну далеко. Ну хотя бы. Блин, ты когда играешь, чтоб я не знаю. Какой-то Counter-Strike. Знаешь, что так Counter-Strike лагало? Ты играешь, как ты себе просто. Блять, там вообще какая-то психоделика внизу происходит. А игра-то там. И больше народу. И все. О, меня сожрало. Два раза сожрало! А за один заход, ты представляешь, это такого быть просто не может. А ну случилось, дурак! Да тут весь разъебали в хлам! Ты, а не я, уже умер до этого. Да там я вообще ничего не делал! Я хочу сказать, не надо. Да тут смотри, только один выстрел сделал, всему пизда приходит. Оба. Вот жук колорадский всех наебал. Нет, спасите. Ой. А, блядь! Я на аттракционе покатал. Ну тут как понравилось. Лунопад. Как? Если бы же... Ты видал, как прилетел этот заложник? Чё ты меня не спас? Все,
Довольно ваша тушенка. Да ебать! Это просто нечестно. Доходи до лифта уже. О, чекпоинт. А, ну все, плохо. Готов мочить босса. Поэтому точно можно пойти. Да какая хуй разница? Я его вообще, знаешь, как замочил? Опять под низ подбежал. Не, мне вообще, я взял его. Вау-вау! Блять, вот взял этого, как его, мать его. Вот отвлекай его там. На его? Да, блять, как его, терминатор, ебать? Остался еще чуток. Все. Да. Слабак. Легко. Взял терминатора, тупо включил бессмертие, за 2 секунды его угрохал просто в хлам. Все. А 2 уровня осталось. А? 2 уровня осталось. Ну да. Бля, что-то быстро. Ну еще есть. Еще можно экспендовать. Есть еще же экспендобосс, там и моды всякие. Можно будет потом ну, покачать их, посмотреть, потестить. Ну давай покачаем, потестим, посмотрим. Не, ну потом. Потом это когда? Не, ну ты там. Я там потом зайду в эту мастерскую полистаю. Ну, что будет? Еще такой уровень типа старый, наполовину уже сейчас смесь уже. Да блять. Ебать, тут все взрывается, херам. Вообще не хорошо. Извиняюсь. Да не, ничего. Тут камера так все наебала. Вау, как не повезло. Да ебать, я нихуя не вижу. Ой, тут босс нет. Какой нахуй это босс? Этот босс под на землю приземлиться не может. Кто бы ему дал бы? Нахуй пошёл. Просто блять. Вау. Не успел съебаться. Ну тут все. Ну я надеюсь, доживешь. Я его штырем проткнул. А я успел зацепиться. Прохалявил целый уровень, но улететь успел. Ну так главное с ним вовремя съебаться. На вертолетный обед везет. О, ура, обед! Наконец. Кто последний, тот голодный. Этого заложника раздета. Да ебать, я заебал сорваться вперед, а. Давай, проходи. Ой. Ой. Ты еще выжил как-то? Ну я-то тут маньяк, блядь!
Ой, я-то псих. Я сам охерел, что я там затащил. Ой, блядь. Такое мясо. Я в лютом играл тот же самый, вот этот же, блядь, я тоже так же там охуевал, все взрывается, как тоже так же вылез. Блин! Заебись, чётко. Маленький камушек. Маленький мальчик по стройке гулял. И нихуя не нагулял. Я уж честно говоря не помню. Что летал? Нахуй летал. Эй, ты хорошо сломать-то, блядь! Вот мутин-то, взял все сломал, хуя. А тут сейчас сами нахуй подорвутся. Тихо. Не, да не стреляй нахуй, ты его убил-то! Ой, блядь. Ай! Это... не было внезапно. Там что-то пишет мне. Ай, странно. Ай! Ой, я куда-то в жопу попал. Да, блядь. Ну, надо же было так сдохнуть, а. И расплавиться, и разлететься на кусочки. Я же говорю, я буду посматривать вот, на эти, на все скидки. Демы там Дабл Драгон, еще бы. Блин, бросило взрывом этой козявы. Я буду смотреть. Ушлёпок. Блядь, ты так... Прекращай. Я сам испугался. Ой, ты чувак. Блин, опять мне камень попал. Чё ты мне камень попал? Да тут с этими камнями. Блядь. Да блять! Ну куда нахуй? Вот. Вот и кидает. Блядь. Блядь. Ой, мама одна. Ой, мама одна. Ой, мама одна. Ой, я жить хочу. Там идут две херы, вот так как будто такая. Блять, ты видал, как я буду, блядь. Это пиздец, я прямо на бомбу не пойдет. Ёб твою мать. Это чё за война в Боснии? Давай, взрывай как-нибудь это дело. Ужас какой. Какой ужас? Да не говори-ка, ебать. Просто жесть. Что происходит? Что происходит в этом гребаном мире? О, это турин дерьмовый. А где ты? Я наверху. А я хотел на лифте покататься. Эй, да чё за херня день-то, а? Ты не дергается у меня, ты сука. Блин, ты ещё уже, блядь, ты... Ты телефон открыл, что ли? Блин! Чётко. Мышь. Спасибо. Теперь мы бессмертны. О.
Mad Max и Эш. Два дробовика. Да ебать! Блин, ну сука, так тащил, так тащил! И так все говном закончилось. Да уж, не говори-ка. Я не знал, что сейчас. Диана Джонс находит. Пиздец. Да ебать, вот то, за то, что мы ходим с тобой по разным путям, из это полная хуйня происходит. Давай. Давай ломать это. Мама, меня убили. О, давай спасай. Как разбить? Ты уже разбил. У меня не разбито. Тихонько пройдись. О, ты разбил. А, сейчас надо 30 секунд держаться. Иди сюда. Помню это дело. Слушай, тут, по-моему, когда играл был этим, Уиллом Смитом. Меня тут кидало, как странный веник. Ну и чё, где экшен-то? Экшен на последнем. Ой. Бля, тут жесть. Фонтаны сюда. Блять. Ебать, меня сожрали. Придется тебя домой улетать, наверное. Нет! Или придется. Север так говорил. Улетай! Улетай, дурак! Ты улетишь сегодня или нет? У меня же все лагать начало. Да у меня тоже все лагает. Это просто жопа какая-то. Вот и нести, блядь. Блядь, 2D-шная пиксельная игра. Да не говори-ка, ёпта. Как если Double Dragon или, блядь, Serious Sam играет, вообще не представляю. Да, да тут и в оптимизации дело. Сейчас вообще, я тебе хочу сказать, что очень игры делают с завышенными требованиями. Ну, вот, кстати, как... то, что она пиксельная, знаешь... Не, ну понятно, тут разрушаемость. Ну, какое, ну, допустим, сравнить... Да, блин. Hellfire. Я иди чекпоинт. Блять. Ладно. Тащи, я сказал. Тащи. Это приказ. Я слишком хуёвая пушка. А? Я слишком хуёвая пушка.
убивать надо уметь. Кстати, это босс. Убивается, в принципе, очень просто. Заебись, меня убило. Пока тебя, тебя земля поглотила. Да, да, да. Где я? Где я? Я умер. Вот теперь залазай как-то наверх. Тут, кстати, можно залезть как-то. Я залазал. Я тоже как-то залезал. Прям туда. О-о-о, вот так. Ну чё это? Да я... А где его жизнь? А у меня нет. Чё? Вчера мы прыгаем. Ой, я сверху на этой штуке. Все, последний уровень. Ну да. Открылась адская птичка. Прям в стене мере. Ну тут он с теннисской пентаграмма. А? Прямо туда приземляемся. Я. Yeah. Души грешников падают, или это, а, или это просто люди. Mm-hmm. Это как в этом 2012 фильме. Ну что, я не пойму, зачем тут сделали общую камеру? И с четвером играть вообще. Ну чё, тема веселее. Ой! Вот, это ж не пал, кто тебя убил. Да один из этих чуваков. Низ. Блин, какого-то Рейдена добавили, уж лучше какой-нибудь Люк Кенга бы добавили. Ну, просто актер известный Кристофер Ламберт. А кто Люк Кенна? Это сдох. А кто Люк Кенна? Ты последний, кто сдох на этом. Плюс Люк Кенна способностей там никаких нету. Ну, начинается жопа. А он где жопа, нормально. Еще где жопа. Когда меня сожрали. На нахуй. Ты бывай, блядь. Как я выжил? Я сам не знаю. А, Джеронимо. Где я? Пошли эти уроды. Да. До них еще частенько залезть тяжеловато. Блять. Да не так, что лучше. Да ебать, ты все хорошее разрушать-то, а. Блять. Ты сдох, что ли? Блять, я выжил каким-то не. Да ебать. Ну вот нет вертолета, уже неинтересно. И не говори. Все, отстой! Верните наши деньги. Нет, я высылаю 150 рублей обратно. Тут лучше ломать эту хуйню.
ты так... Я! Все разрушил. Да блять! Чинки. А, блин. Суки. Федран. Нет, чувак, не попал. Я там кровище сколько. Я думал, он не открывает. Да вы в голосе, что там умирает. Все мило, блядь. На нахуй, блядь. Ты живой? Не. Да блять, чё тут все разрушено, а? Давай, валет. Куча кровища. Нехорошо тут совсем. Нет вертолета и нет. Да, все, игра без вертолета вообще не игра. Просто говно. Тут вообще надо отдельно сделать режим. То есть следующую игру, которую ты смотришь, сразу есть вертолет. Если есть вертолет, значит, что заебись. Где ты там? Блин, я меня убили. Кто? Камера, сука. Да блять, тут не лаги. Ты там аккуратно идешь. Да, я тут очкую немножко. Блин, ну чё меня убило? Собака. О, и меня сожрал собака. Пиздец. Ещё скажи, одна и та же. Нет, я твою, которую тебя сожрал, я... О, птичник открыли. Блять, я не допрыгнул. Я тоже. Зеленую кровь посмотрели. Блять, самого бесполезного чела дали. Недалеко я там собрался. Я думал, это уже конец уровня. Блять! Поэтому я и оставил этого сюда. Ну и так жизнь, ну, если чекпоинт, и так жизнь. Ой.
Ой. Экзекьюшнс! Что такое экзекьюшнс? Палачи. Это тоже прикольная баба. Вот. Она откуда? Блядь. Я откуда знаю, ты меня спрашиваешь, что ли? А, типа, ну-ка. О. Так, блин, ну вот смотри, как ты живил тот прошлый умер. То есть ну, получилось. Да, вот, садись, я как я теперь оттуда доберусь? Охуенно! Все, везде свой разрушил дотла. Я не могу допрыгнуть. Уже второй раз за сегодня. Налети на этом баллоне. А, ну давай. Yes! Что бы ты без меня делал? Чё, заново уровень проходили? Это не репетали! Бля, меня убили. Бля, опять завис у меня. Классно ты передвигаешься. Чё меня убило? Что там? Я даже не понял, что меня убило. Ай, зашкварился. Зажарился. Кто-то а? Умер. Меня эти чуваки часы бесят. Команда. А, ВК реворит. Прям по команде. Да блин, опять что-то убил. Я вообще не мог раньше меня убивать. Раз подряд, блин. Все, Рэмбо сейчас сделает свое черное дело. О, блин. Да ебать, я вырваться не могу. Блин, там яма была, сука. Ну ты мути. Ну я чувака хотел спасти, он, блядь, пропасть упал. Дурак, блядь. Ну я же не знал, что. Да верь дело дураку. Я не знал, что там пропасть. Мне простительно. Хуя я взлетел. Да хорошо. Да ебать! Ты псих. Ты знаешь об этом? Знаю, ты развалил уровень так, что я не мог допрыгнуть. Заебись, а чё меня-то убило? Нахуй я там стрелю, то ты бы зацепился бы. Это в панике просто. Блядь. Я думал, что я Индиана Джонс. Да я вот и думал. Блин. Круто, сколько ты смерть убиваешь. Ой. Блять, да как он меня убил-то? Я требую объяснения, ты требуешь. И сейчас опять убьет. На.
Блять! Говорил! Да ты это не виноват, блядь, ни на карту бы не убил бы. Да я просто увидел, что тебе убили с этой ладом, точно ты сдох. Вака спасал, только сам заканчивал. Что-то стрёмное, этот чувак. Блять, даже не знаю, как зайти-то. Верни бутерана. Дохни, урод. В фильме был хороший бумеранг. Переждать, да? Ну да. Я решил всё славу доставить тебе. Это тянется вот. Славу он не оставил. И в итоге бросил меня. Героя подпишись. Нажимай, блин. Тупо. Надо еще пиво открывать после такого. Предательство. Я уже сдох. За камер. Ну ты где хуй был, блядь? Кстати, просто верьте, он этот фильм был флагом. Ну, ой! Да. Ой! Меня спаси, сука! Да блядь, Дита тут видишь, не до тебя. Тут еще совсем сука шок. Начинай команд. Ой, там что-то их дохуя расплодилось. Там просто тормозит. Да тут все тормозит. Ладно. Я злой. Да я уж понял. Как я там успел? Да! Нет, ну ты видал, а! Я всех ёбнул, главный! Последний секунд, какая-то шлюха, блядь, мелкая меня ёбнула! Не, я на тебя, кстати, на тебя не смотрел. Ёпта. Блять. Да я живой еще? Нет, уже мёртвый. Давай заканчивать. Ёбаный уровень. Своих же поджарил, блять. Я сейчас спас. Ты меня сейчас опять бросишь, да? Догадливый. Ну тут похуй, тут честно я даже сам не понимаю, когда кто попадает в портал. Когда он как-то полностью открыт, и что ли? Да хуй поймешь, нажимай кнопку. Я хочу посмотреть, сколько мне еще чуваков до нового. Перс. Да хуя. Ну да. Вон там. Чё ты всё... уничтожил.
Ну а чего, смотреть что ли на них? Ну только не сдохни, а. Я тебя убью. А блин, че думаешь, что ты такой прыжок слабый? Блять, дурак. Да и ой, ебан. Ну че это нету с динамитом того? Ладно, сейчас. И он меня. Ну я его отвлек. Молодец. Так что я тебя спас в одной истории. Сука, этот сатана пытался убежать. Ой. Что не получилось? Где я? Вон ты. Вон и чекпоинт. Нет, нет, нет. Теперь потом 150 раз бывает. Я тут походу все уже. А, ну, сейчас как, еще. Тут надо будет тоже обороняться, когда портал. Да, да, тут. Это одной. Тут не достигло. Я не могу камеру туда заставить. Да ладно, сейчас пролетят, наверное. Эй! Все горит. Много, много что-то. Ну, все, прыгай. Куда? Ну, сейчас уже надо открыться, подожди секунду. Вот там уже отпустил. Ну как-то надо. Да прыгни в него. Вот я прыгаю туда. Ну там где-то да. Так. Что, финал босса? Ну да, сейчас будет походу финалка. Сейчас пойдем. Это пиздец. Сейчас, да, будет пиздец. Погоди, не так. А, еще нет. Еще вот эти уебки должны будут. Да, блин, такие убили. Ироды. Проклятые. Не-ой. Блять, меня убили. И тебя убили. И ком поджарили дважды. Так! На мне какая-то срань. Ну так скинь его, просто скинь. Удар, удар рукой, удар рукой. Не работает. Ну так повернись вот так вот. Нет, такого не было никогда. Что творится? Блин, одно лучше другого было. Пеньки дупень.
Блять, я его брюсу. Оу, блин! Блять! Ты заебись сделал! Ну а чё ты там прям встал? Ну а я откуда нахуя эта хуя прилетела? Я вызвал. Да кто хоть сказал, я вызвал. А чё ты не появляешь? Так, не знаю. Чё уже там топливо мало? Червяк. Ну ладно. Чё это там мало-то? Нормально там ещё. Для червяка хватит. Учись, ёпта, как надо червяков поднять. Ты прилетел, я его вызвал. Да блять, а я им воспользовался. Я им тоже воспользовался, чтобы спасти тебя. Да, да, да. Пизди больше. Тут ты. Все продумано. Да, да, да. Пизди больше. Вызвал, сам нихуя не умеет пользоваться. Не пошел твоего сломанного бойца. Я и без робота справ. Ой. Давай не будем, а. Робот. У меня ты застрял на месте. А камера не двигалась, я упал на шипы. Чё б ты без меня делал? Что-то наверх куда? А, нам надо вниз спускаться. Да что-то хвостиком попал. Да сука! Идиот, опустил. Зато закончилось все красиво. Да, блядь. Фак и всё. Блядь. Убился? Так, да, ты только не заскролил, не пизды. Живи. Блин. Блять, какого хуя, я не хотел спускаться вниз. Что тебя чвакнуло красиво? Дурак, блядь. Я уже вроде хотел эту срань использовать. Вот ты не мог просто встать, упереться в эту банку и стрелять, блядь. Не. Долбоёба, иди сюда. Иди сюда, сам остался наверху. Как тебе и надо. Ну что ты тоже, блин, паразит. Да иди в жопу, кто сейчас за паразит. Иди нахуй. Да это что за херня? Блядь. Пизду. Да иди нахуй. Сейчас будем умирать, наверное, тут до хера, как вот на первом стриме. Ну ты за... Блядь, ты чё там? Чё за хуйня? А чё за пидора? Я открыт. Блять, одного он в руку
заебись сделал. Дойди до чекпоинта, да обратно до плата дошел бы. Так этот чекпоинт... А. А-а-а. Че, если жизнь есть. Опять весь уровень разрушил. А вообще надо было тебя спасать. Да, зачем? В конце. Нет, просто видишь телепортер, он не сразу открывается, то есть был бы я один стор бы. И, а так хоть ты был бы. Ну да, с другой стороны да. Тут, если ладно, да. Был бы вертолет, как по привычке, а его нет, уже отстой, уже нет вертолетов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нахер мне ваша рипли. Рипли рулит, ты че? Да блядь, тут стоп! Блядь. В этом взрыве не вышел. А че вот это вот за способность, Леон? Да я хуй знаю. Ну а вызвал вроде эту как. Блять! Да он вообще мудак. Даже вот этот чел топ пищи. Он не открыли. Блять, ты уже успел сдохнуть, пока я шел до чувака. Тут там наши. Да! Да! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, спасай, ой-ой-ой. Ой, мама, куда я залез? Зато я добрался до чекпоинта. Блять. Ёп! Чё ты тут? Чё ты тут активировал? Что их так много? Да, да, чувак, да. Кто-то сейчас сдох. Да я так прорывался отважно. Я помню, когда на ногу лежал, тут пиздец, это такие выкрутасы творил, я ебал, а. Блин, зачем я это сделал? Такая ирония. Хищника съела собака. Блядь! О, вертолет упал. Да и пустим. Ты видел, как ты меня этот череп доебал? Не видел. Не взрывай этого чувака. Там тут лежит. Ты живой? Да. Нет. А да. Как ты выжил? Уже нет. Ёпты. Пожди я посетить, ну или проходи. Нет,
В общем, ждем Титана. Он должен включить свой супер... бессмертный и всех собак внизу похерачит. Слышишь? Чё? Твоя задача. Включить бессмертие и всех собак внизу похуячит. Потому что их очень... Где, внизу? Да. Молодец. Хороший мальчик. Да ебать тебя в рот! Хороший сувент разрушать, а! Это не я, это все взрывает! Ну и как теперь забираться? Да я вообще ничего не делал! Да не пизди! Вот теперь, ну и чего? А как ты вверх им взлетал? Ой, мать твою, ну и все, теперь дохнем. Мы тебя забраться не можем. Как ты вверх этим чуваком взлетал? Да я ему что, просто меня взлетал, меня убил. Вообще ты остался. Так ты не вниз жми-то, твою мать! Я не жму. Он сам снижается. Значит, нажми вниз. Я. Неудобно. Ну, кого это, ребят, должен? Не получает. Ну, тогда дохни. Ты как ты, блядь, летать вообще не умеешь? Я не понимаю, как им летать. Да у тебя ты вниз чисто жмешь и все. Он только вперед, походу, летит. Не знаю, блять, уж он оттуда лестницу можно было запрыгнуть. Ну, короче, дохни. Нам. Бэтмен уже не тот. Да я тебе дело, блядь. Убирают по объявлению. Да, сука. Ты-то чё стоял? Я пиво открывал. Да ну тебя в пизду! Что я убил магов сверху? Да нахуй такой маг. Бля, как все тормозит, взрывается. Да как просто жопа, да. Сколько тут дерьма, сука, какие фонтаны. Вот она где. Это вам не крузис. Еще скажу тебя спасти, блядь. Еще было бы не спасти. Заебись, я сдох. А я тут при чем? И ты сдох. Ну что, мудак, блядь. Я тебе дал жизнь, а ты сдох. Блять, тут такая жопа вообще происходит, вообще не понять, честно. Ой, а то, блядь, там МП находит. Эй, ну чё-нибудь ты... Да блядь! Я не могу на лестницу зацепиться! Это было плохо. Блять! Тут такой голимый чекпоинт, что просто вообще пиздец. Да я вообще ничего понять не мог. Да я тебе говорю, тут такой голимый чекпоинт, что просто жесть. Да, пол это. Пусите 10 раз. Какой мудак этот пизду. Где ты тут нам залазишь? Да блядь, где-то тут! Куда ты там залез? Меня убило, тебя убило. Да блин, этот козел с огнеметом. Ну а чё сделал? Ты должен был его... Ну я его... Да? Блядь, ну это вообще нереально, это... Сука.
Вообще понять нихуя не могу. Один играл такая же срань. А? И как один играл такая же срань. Блять! Так, я тебе сказку по сети. Дядь. Мама! Блять! Я нихуя не понимаю! Я просто вижу, куда эти мясо происходит, поэтому я тебе не такой. Эти блять, ну вот как так-то, а? Да сука, вообще хер. Я говорю, это так. Да ебать. Рядышком. Бабушка рядышком, дедушка. Ой. Спала. Да ебать. Очень прят и... Пошли все в воду. Зачем вы сопротивляетесь? Все, ну это неизбежно, да? Да блять. Меня убили. Еба! Ну давай до конца! Осталось-то немножко! Терпи! Терпи, блядь! Ты видал, что я исполнил? В стиле истинного ракетчика. Ну так, блядь, а кто ракетчика-то проходил, ёпта? Чья школа-то, блядь? Пиздец, я там прорыв сделал. Был врага. Ай-яй-яй-яй! Тут земли так мало, вот это все, блядь, все ломается. Что-то сломал лишнее, все хер залезет. Бля. Сначала возьми чекпоинт. Там есть что? А, это все походу уже. Нет. Я прикуяв, я видал, как отнесло. Я не могу так быстро бежать. А, блин. Сейчас эти две херовины будут. С другой стороны бери. А у меня нет пути смерти, сука. Блять, меня у. Но я своего убил. Спаси! Спаси! Меня убили. Давай, все, держу на тебя. А ты опять умер? Ага. Убил, нет. Убил. Пластинка. Все сделал. Знает ведь. Я последних два уровня я собрался с силами. Я показываю, что я могу, я просто летим. Ну, я говорю, чья школа-то, ёпта? Ну, я сейчас же не ракетчиком был. Какая хуй разница, всё равно.
блядь. Да когда там ёбаный конец-то? Вот это ты зря сделал. Кстати, первого червяка-то я убил терминатором, а там школа была херовая, ты два раза игру не затащил. Чего-чего? Говорю, первого червяка я убил терминатором, а ты что же терминатора играл? Ну не прошел два раза. То есть, почему не прошел? У меня не было терминатора. Ну, терминатор 2. Ну, стримил же. А, игру тебе зашили? Так. Я так и не помню, спицы. А, забей. А, ну все, вот теперь уже точно все. Я кто здесь? Вот он, сатана, сейчас предстанет перед нами. Сайтан! Ща я ему натыкаю. Убить сатану. Я боюсь, что сейчас земля закончится. Да-да, ёп! Или она не заканчивает? Да, вот у неё. Давай, режу, чувака. Блять, не ёбни. Меня. Нет, там. Да сука! Да блин! Я прям на него упал, ну надо такое. Бывает. Да бей, там вообще такой дед. Он сам упал. А, все-таки земля заканчивается. И вторую форму даже не увидали! Так еще сейчас будет другой уровень. Да тут должно было быть две формы-то. Ты не говори-ка, блядь. Заебись. Мы прошли охерительно. Теперь бежим. Бля. Бля. Бля, догналась, сука. Ну я-то успел. Ой, сейчас бегать не это ёбана. Тебе достал самый, блядь, лёгко. Она еще хромает. Да. О, 5 радиус. Беги до чекпоинта, давай, я-то похуй, стоп, беги. Ну зато чекпоинта с первого раза добежали. Никто по лестнице не полез. Заебись, вот он на одной. Тупо один фаербол сделал, да. Для двоих, блядь. Да, блядь, давай. Да. Там оставался Децл. Понял. Я упал. Нет, я еще живой, но я не успею. Там я тоже упал. Мать твою, беги! Давай! Успел. Тебе вертолет. Уже бесполезная. Я типа добежал, да? Да, ты успел. Ну чё? Всё. Финал? А? Финал, батл. Да. Ты где там шляешься? Да я уже... Блядь, заебись, иди наверх.
Охуенно! Даже да, просто пройтись не смогли, никого не надо было убивать, просто надо было пройтись. Так тут говно падает всяк. Ой, блядь. Блядь, хуёво получается, вторую форму станы-то не показали, я ебал нахуй. Да разве там есть вторая форма? Да, там две формы. А чё там за форма? Вот там вот эти хуёвины начинают летать. Так, блин, наоборот, мы показали то, что в игре это, есть. Где я-то? Чего ты показал? Мы показали, ну, альтернативный способ убийства. Ну, блядь, это надо было... Как бы, ну... Я вторую форму сатаны показывал, да, стримил сам. Ну чё, готов мочить? Нет, не готов. Дядьку сатану. Только меня никто не спрашивает. Прям такой ужас, блин. Шкаф. Такие руки. Руки больше, чем голова. Ну ты чё, блядь? А, я ролик не пропустил, блядь. Я сижу, смотрю ролик. Меня-то хоть оживить как-нибудь? Или где хоть я вообще? Оживил, блядь. Щетка прямо в эту хуйню. А я ждал, чтоб дождь этот прошел. Под рукой. Я ролик щетка прихерачила. Сэй, кому? Блять. Бля, ну тут камера реально надо, чтобы была у каждого отдельно. Сейчас я... Блин, этот босс отвратительный. Да так-то прикольный босс. Не знаю. Он сложный. Он сложный, но он такой... Вот этот крош с неба, он троллит просто. Так. Чего ползать неудобно подбирать? Поедали по большинству. Блять! Этого босса в одиночку проще затащить, чем вдвоем. Ну такая музыка эпичная. Как этот лазер прошел, да? Блять, а что ж такое-то? Да блин, ну! Да. Ну так неплохо начал. Так, даже... чё-то я-то протупился тут. Сам сломал. Да-да, всё, что надо, сделал. О, у меня клоном. Я вертолет упал. Ну, не повезло тебе, значит. Да, блядь, заебал каждый раз под эту заставку, он уже заебал. Не говори. Не просто, ну как, ну ладно, я тебя ничего. Оживил, если чё. Блять, еще хуже не могли дать, а? Пиздец. Пиздец. Ну что, друзья, одну часть ёбнули. Что ты сделал?
Брюса Ли такой прием. Я ему открыл прием. Куда тут ты его так вышибнул сразу? Жопа. Не, не жопа. Страшно. Мне теперь надо как-то залезть на него. Все. И ладно, на лазер не попадаться. Вообще как-то внутрь в его голову забрался. Аааа! Блин! Блять, тут, ну тут я всегда играл так на пиксели. То есть прямо четкие вот эти расстояния высчитывал. И всегда его так мочил. Я тоже говорю, я его вот уже в конце вот эту последнюю форму я. Заебись, я походу упал, да. Тут сейчас сразу вроде. Самый охуенный. Так, я на красный. Блин, это тут... каждый раз застал. Да, да, какой-то мудацкий чекпоинт. Ну вот опять, блядь, ну вот как вот? Да я сейчас тебя подыму. Да это хуйня. О. Блядь. Мирок. Да не говори-ка, ебать. What the fuck? Столбал. В общем, мне кажется, это просто шипается попасть. Опс! Блядь! Ну уж некуда было просто деваться. Краешки там поставишь, и ты все дел. Да блядь, уже никак. Я тебя убил. Нет, я успел. Да тут она резко просто, вот реально резко. Блин! Вот так. Ой, я вынесли. А, сука, съел. Да, ты должен затащить еще. Ааа! Нет! О, нет, все пизда. Так да. Блять! Не туда надо было идти-то, сука. Я бы сказал не Армагеддон, Армагеддец. Армапиздец! Ау! Иди спаси меня! Куда? Вон. Чё тут творишь, а? Ну хули-то, блять, он пиздец, он вообще мощняк. Ну все, что надо добивать. Да блять, нет, надо снизу. Давайте живой. Да блять, да-да. Нет! Зачем ты сломал? Да я ничего не ломал. Блин, у него такое слабенькое оружие.
Я, короче, ракета Йонас. Я убил сатану. Что, сдох он? Нет, у меня что-то... Да, всё. Стря... Ты сдох. Да я понял. Но у меня до сих пор этот экран. Какой? Ну, с сатаной он там что-то языком прыгает. У меня тут все взорвалось, все, пошла. А, это... все, опять у меня ролик пошел. Этот уже ролик не пропускаю. Да. Че, убиваем, не убиваем? Алло, президента? Да. Конечно, да. Кстати, можем показать две концовки сразу же. То есть там загрузиться и показать две концовки. Да, да, да. Я так и сделал. Миссия 0. Я пробовал там убить, например, только... Я нихуя не слышу, что там дальше. Америку отпусти. А, да. Давай переводи, что тут говорит. Эй! А в ответ тишина, вот. У Титана, как всегда, проблемы с микрофоном. Что я наебал? Больше похуй. Слышите меня или нет? Вот, все, мочи его. Все, я убил президента. Алло. Слышу! Блин, я переводил, я не знаю, что. Не знаю, короче, я убил президента. Не знаю, зачем я это сделал, но я его убил. Ну, ты, наверное, любишь президента Америки. Я его просто ненавижу. Честно, я бы на его месте даже не подумал бы, труп так бы и бросил, да еще гранату в хай засунул. Но он типа так осознал, что я наделал. Сейчас такие все, а, радостные, радостные, такие, а, блядь. Его убивает, а где? Пацаны, я отвечаю. Вопрос, а где там этот-то? Иисус-то? А, Иисус, это надо не убивать президента. А, ну тогда сейчас не убьем президента. Вот видишь, сейчас он типа в тюрьме будет внизу сидеть. Да, да, а да. Если... Иисус на троне. Я нихуя не слышу. Вот сейчас должен, наверное, слышать, да? Да. Короче, я понял. Именно микрофон гонит в тех местах, где музыка играет. Вот там играла тоже музыка с президентом. Вот я сейчас играет музыка, я тебя слышу. Так у меня еще не играет. А, значит у тебя какой-то косяк. Играет музыка. Но я-то тебя слышу. Не знаю, у тебя такое ощущение какое-то, это неправильно настроен микшер.
Скажи, как настроить её. Не знаю, надо смотреть. Это, сука, грёбаный скайп. Ну мы ж хотели через зуб, мы так через зуб-то и больше не пробовали, ёпта. У меня вообще черный экран. У меня картинка, все заебись. У меня закончилось это перечисление, кого мы убили, и все черный экран. Ну, блин. Все. Там титры сейчас или что? Уже все, я в главном меню. А. Пошли. Ну давай теперь не убивать. Блин, нам опять надо коннект. Ну давай я один покажу. Ну да, давай покажу. Просто тут уж похуй, можно и одному показать, один легко. Я выхожу из игры и захожу на стрим тогда. Римсон жалеет президента Америки. Ну жал. Тогда в следующий раз приедем, тебя грохнем. Раз ты его жалеешь. Ты еще скажи, ты за это за Клинтон, чтоб она стала президентом. Кстати, она там что-то в последнее время мочит такое ржачное. Да, ее там какие-то уже эти. Какую-то хуйню про нее уже нашли, там пиздец, короче. Всем Петра. Что-то она там какие-то про мемы какие-то там что-то мочит. Ну хрен я понял. Ну, переводи тогда ты, если увидишь сейчас. Да, сейчас у меня еще. А, Брофорс, Half Down, что-то Impossible. Там отряд Брофорс вы совершили невозможно. Ну, сейчас типа того. Ну ты на стриме? Щелкай да, дальше-то. Да, все, да, щелкай. Вы принесли свободу и правосудие и мир в этот мир. Короче, типа, на эту планету, можно так. Мировые лидеры проголосовали. Ну, кстати, у меня не на весь экран влазит. Да, мне тоже что-то. Сейчас у меня чуть. Чтобы ты стал будущим, ну, величайшим императором Земли. Во. И сейчас выходишь, идешь за ним. Перед тем как вы уйдете, я хочу вас кое с кем познакомить. То есть президент Америки общается с Иисусом, понимаешь? Добро. Привет, дружище. Могу я тебя попросить еще об одной вещи? Точнее, я должен попросить тебя еще об еще одной вещи. Земля теперь свободна от терроризма и наконец-то воцарился мир. Американские фастфудовые рестораны теперь на каждом углу. На английском говорят теперь кругом. Вот почему мы убили президента. Чтобы этого не было, чтобы Макдональдс не был на каждом углу. Теперь ничего, ну, для тебя не осталось работы, солдат. То есть в Украине, в России, везде бы мы побывали теперь. Макдональдс и английский. Пошли со мной, будем жить в мире. Техасе. Теперь вы понимаете, что самая лучшая концовка нихера не самая лучшая. Ну, по крайней мере, для для неамериканца, да. А что 351 и пустота какая-то? Да, вот это я, кстати, тоже замечал, что не нарисовали какой-то... Кого-то мы убили, а нет. Это и в пиратке такой баг был, кстати. По-моему, еще в каком-то месте. Что-то у меня тоже подозрение было, что чего-то не хватает. Да, что-то какая-то, не поймешь. А эти за 29 что за мосик, чьи-то моски. Я так понял, это вообще сколько раз Рипли у тебя умерло? Я так понимаю, это моски наших, но погибших. Или что-то такое, не знаю. Иисус живет, оказывается, в Техасе, чтобы вы понимали.
Ну и еще раз концовка. Не нравится мне эта концовка. Ты что, еще хочешь раз убить? Как вариант. Ой, блин. Ну, в общем, как-то так, пацаны. Не, честно, классная игрушка. Это вот, блядь, такая одна из игрушек, которая современных действительно заебатистые. Ну, граверу доставляет она. Ну, ты ему потяни. А тебе что, не канает, что ли? Не, нормальная. Достаточно прикольная херня. Не знаю, надо ее, конечно, будет попробовать на этих хардах там. Хардах, с одной жизнью этой. А, ну что я не знаю, тут уж смотри сам. О, тут что, это. Тут а, типа... да, тут еще можно поссать на могилу сатаны. Да, ты да, управляешь да, да. Струей даже. Я и забыл про эту хуйню. Да, ну Сид умер, то есть в 93-м году, то есть события 93-го года. Ну да. Ну типа отсылка, что будет про Force 2 или что-то еще какое-то дополнение. Ну в общем, ребят, вот такие вот дела. Чё, может я еще пока не опьянел еще в ГН, попробую на 100% на той сложности новой. Ну как, не новый, но более сложно. Ну посидишь еще со мной? Да посижу еще, у меня время есть пока. Ну подожди, ты поставь заглушку, ну, отключи запись, поставь заглушку, я пока настрою. Ну чтоб, ну так стрим не включать, а. А запись отключи.